очень коротко, без всяких подробностей, о создании ролика. На стартовой нашей домашней странице нажимаем на кнопку «Создать собственное видео», изменяем размер листа, на котором будет разворачиваться действие нашего мультика, выбираем самый простой инструмент, простой карандаш. И рисовать будем ежик, поэтому выбираем серый цвет. И сюжет очень простой. Ежик идет по лесу, по дорожке, и на него сверху сваливается яблоко. Ежик с этим яблоком убегает в лес. Рисуем ежика, рисуем яблоко, выделяем целиком нарисованное яблоко и выбираем момент времени, группируем все элементы, выбираем момент времени, 1 секунда, через 1 секунду яблоко должно уже упасть. Есть такая опция, о ней подробнее потом поговорим, когда можно задать неравномерное падение, движение с постоянной скоростью, а равноускоренное. Выбираем здесь квадратичную зависимость скорости от времени в выпадающем меню. И вот здесь появляется график зависимости скорости от времени. Видно, что он нелинейный. Чем дальше, тем скорость быстрее возрастает. Ёжик движется вдоль дорожки, на него падает яблоко. Выделяем теперь все вместе и, уменьшив, переносим в левый верхний угол. Это будет соответствовать тому, что у нас ёжик с яблоком убегает. Ролик создан. Теперь начинается его публикация. Нажимаем на кнопку «Опубликовать». Выделяем и копируем Ctrl-C код. И переходим в блок, куда мы хотим вставить наш мультик. Заходим в редактор блога и выбираем функцию HTML. Вставляем сюда скопированный нами блок и изменяем размеры экрана. Я знаю, что у нас указано здесь не влезет, поэтому меняем на более скромный 850 на 500. 850 ширина, 500 высота. Публикуем и просматриваем блок. И вот наш ежик с роликом уже забегал по страницам нашего блога. Так просто создаются анимации.